Кого мне сокрушить? Выступаем. Вам нужны пленные? Мы порвали их на части. Да, милорд. Не оставляя следов. Приказывайте! Воины, марш! Их морской торговле придет конец. Куда мы нанесем удар? Even if they do not deserve it, I will offer the infidels a fair fight. Сэр, я все выясню. Да, милорд. Жду приказаний. Есть, милорд. Что вы хотите знать? Грузите товары. Милорд. У вас деловые проблемы? Доверьте их мне. И чья же торговля вас не устраивает? Их лавки закроются навсегда. Сука, наконец-то!
На сегодня путь окончен. А? Поднять якорь! Приказывайте, да сгинет враг. Они получили то, что заслужили. Отправим их в ад! Вражеская армия или стадо овец, готовых пойти под нож мясника? Мы пойдем-ка. Воины, ждите приказа. Лучники! Лучники! Воины, держитесь вместе. Отряд, под одну шеренгу. Мечники. Инфантри. Тяжелая пехота. Конейщики. Воины, держитесь вместе. Отряд, под одну шеренгу. Копейщики. Воины, держитесь вместе. Отряд, под одну шеренгу. Отряд, под одну шеренгу. Охрана полководца. Воины, держитесь вместе.
We'll be right back.
Враги бегут с поля боя! Покажем этим трусливым смердам! Эта победа прославит доблестных и отважных воинов Господа. No! Мы порвали их на части. Укажите врага. Да сгинет враг! Рано или поздно врагу придется сдаться. Когда же, наконец, мы пойдем на приступ? Куда мне идти? Я все выяснил. Жду приказа. Атакуем противника! Блестящая победа! Мы перекрыли все входы в их порт. Рад служить. Почту за честь.